Здравствуйте, уважаемые пользователи и подписчики. Сегодня продолжаем изготавливать пуфик. Для тех, кто не смотрел предыдущие серии, вкратце скажу, что это вот нижняя опорная часть, в которой мы на прошлом видео вырезали вот эти пазы для сборки. На предыдущих видео мы точили вот эту ножку. Это будет верхняя часть, которая будет обтягиваться либо тканью, либо дермантином. Ну а сегодня будем склеивать нижнюю опору. Итак, намазываем клеем поверхность и будем клеить. Как я уже ранее говорил, пальцем работать лучше, чем кистью, потому что пальцем вдавливаем клей в поры, а кистью только наносим сверху. Многим, конечно, не нравится пачкать руки, но их можно легко потом отмыть. Клей ПВА отмывается хорошо. Намазываем вторую деталь. Если склейка ответственная, то клей наносится на две стороны склеиваемых деталей. Вытираем руку. Смотрим, цифра 2 на ножке, цифра 2 на круглой части. И теперь вставляем следующий. Цифра 3. Если есть подтеки, нужно убирать. Нажимаем, выравниваем лапы. Сейчас сверху положим пресс и дадим высохнуть клею, а затем еще раз зачистим всю поверхность. Итак, сейчас мы после склейки вынули из пресса, то есть вот на эту площадку мы ставили небольшой груз, чтобы ножки были все в ровной плоскости. Но клей нужно окончательно высохнуть, поэтому приблизительно через сутки, то есть завтра, можно будет рассверлить отверстие под такой шуруп, он пойдет снизу и будет вставляться в ножку. В ножке по центру мы тоже просверлим отверстие, чтобы легче было закрутить этот шуруп. Намажем клеем, установим и притянем. И затем займемся верхней мягкой частью. А на сегодня мы это видео заканчиваем. Спасибо, до свидания.